Итак, ящик номер два. €15. Угу. Ну, вы знаете, это очень полезная вазочка. Очень полезная. Учитывая ее форму необычную. Для цветов самое то, для ярмарки. Так, ну, это навряд ли мне понадобится. То есть, часы какие-то игрушечные. Ну, точно так же, как вот этот стульчик. Ну, не знаю. Может, посадить своего деревянного человечка, чтобы получится тематическое такое. Так, это непонятно что. Это такой подсвечник, вернее, ну да, это вот свечи такие сюда ставятся, и вот так закрывается, так можно ставить, носить узор тут цветочный. Хорошо. Понятно, я думаю, что же это такое? Так, вазочка. Ну, это вазочка на... стену, в общем-то, ну, мы ее по-другому используем. Это совсем не будет нужно. Это современная пластмасса для кофе. Я такой же, как и вы, сейчас любопытный, потому что я это не открывал, как видите. Так, ну это вот к той штуки бутылки очень хорошо подойдут. Чудо, да? Тот и этот хорошо. Люблю, когда сочетаются цвета. Всегда интересно. Так, что это такое, что деревянное? Деревянное. Вот, японское что-то. Написано иероглифы. Керамика. Огромная американская кружка. Приедут американцы, подарю. А вот это интересно, металлическая какая-то штукенция. 6 €. Ну-ну-ну. Рассказывайте, что вы не занимались этим, да? О! Вот это да, ребята, вот это да. Эсси. Уксус. Это, конечно, стоящая вещь. Я чувствую, и вот это тоже стоящая вещь. Ну, что вы про это скажете? Это отлично, ребята. Идем дальше. Стекло, вазочка в виде груши. Ну, со стеклом, я говорю, там сложно что-то делать и что-то подобрать. Ага. Такой расписанный горшок. Ага. Ну, ничего, нормально для натюрморта, нормально. Так, это кружка какая-то. Пивная кружка, но у них уже много, так что всяких. Но она без рисунка, что замечательно. О, вот это вот мне больше нравится. То есть такая вот мисочка керамическая. Ну, такое больше по душе. Так. Ха-ха-ха, ребята. Вот такие плошки я хочу. Вот, вот такие. Они вот, они совсем сочетаются со всеми глиняными керамическими вещами. Так, что еще? Еще одна керамическая плошка. Отлично. Ну, я чувствую, не все сюда, наверное, положили. Что-то мне одной вещи мне не хватает. Сейчас я скажу. Так, это какая-то странная такая. Горшок, не горшок. Так, написано топ, горшок. Ну, ладно, куда-нибудь
сгодится, хотя кич еще тот. Так. Ну вот тоже такой вот расписной вазончик. Ой, вот это шикарно. Так, тоже 6, нет, 8 евро. Вот это шикарно, конечно. Вообще такая плошка. Всегда хорошо. Еще смотрим. Ну, третья уже такая. Отлично. Это не помешает, ребята. Ну, такая со спокойным рисунком тоже хорошо. Звучит. Тем более, что у нее есть какая-то соседка. Угу. Так. Медведь. Собаке отдам. На, собака. Оторву сейчас. На, это тебе подарок. Подставка металлическая под свечку тоже иногда пригождается. И это хорошая штукенция. Тут что-то интересное. Сейчас глянем. Вот. Вот. Это всегда в хозяйстве пригодится, натюрморт. А вот это тем более. Вот такие я вообще люблю. На них очень хорошо складывать фрукты. Просто замечательно. Так. Еще какая-то вазочка. В этот раз хорошая вазочка. Коричневая. Люблю коричневые вазочки. Так. Вот какой-то разносик-подносик. Ну, это не особо как меня восхищает. Так, одну вещь они не положили хорошую. Да, жаль. Ну да ладно. Ихние дела, все-таки это халява. Требовать не можем ничего. Так, тут под яблоки что-то такое. Может быть, найду применение, не знаю. Большой какой-то чайник. А, ну это вот тот японский чайник, который я видел. И куча к нему этих самых чашечек вот этих. Ну, чашечка хорошей формы. Можно будет использовать. Эх. Одни не положили мне. Не положили. Жалко, я на него рассчитывал. Так, вот. Вот все. Это все надо, мне кажется. Да, это все эти чашечки, чашечки. То есть это набор, от которого надо чайник и два штуки, и все остальное пойдет на выбор. Так, вот, все. Сейчас осмотрим. И потом я вам покажу, что они, эти ребята, обещали, но не доложили. Оп, крышечка еще есть. Все. Давайте посмотрим. В общем и целом это выглядит вот так. И я очень доволен, несмотря на то, что как бы кое-что лишнее, ненужное мне. Ну, я говорю, что тут сказано было, забирайте все. Мы это все забрали. Кстати, я вам, когда буду видео монтировать, покажу, чего не досчитался. Окей? Ну, все на этом.
На этом, дорогие друзья, мы закончили осмотр наш, потому что тот третий ящик, я вам сказал, там целый набор обычной посудки, с которой можно делать натюрморты тоже, я буду это делать. Но такого большого интереса для натюрмортов каких-то он не представляет. Но я еще раз говорю, с него можно наделать различных композиции, построения, которые мы с вами тоже будем делать. Окей? Ну, на этом я с вами прощаюсь. Я тут накупил апельсинчиков. И сегодня мы с вами начнем, уже используя новую нашу технику, новый инвентарь, мы начнем уже с вами что-то придумывать. Окей? Пока!